6 победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» определены в Хабаровском крае. Среди них социальный предприниматель Марина Зой. Ее инклюзивный детский центр «Планета ангелов» признали лучшим в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Репортаж Яны Ленкевич. И что мы на Новый год делаем? В инклюзивном центре «Планета ангелов» готовятся к новогодним праздникам. Он работает с 2017 года и специализируется на реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Управляет им социальный предприниматель Марина Зо. Одна из ее целей – помочь семьям, которым приходится объезжать весь город, чтобы попасть к нужным специалистам. Целый день прописан, например, на занятия индивидуальные, и ты целый день только делаешь, что ездишь с одного места в другое место, да, и постоянно вот это занимаешься с ребенком. Я мать обыкновенного ребенка, да, я повозила так там месяц и сказала, я не могу. Этот центр посещает около 60 детей, включая тех, кто сюда же ходит еще и как в детский сад. С ними работают психиатр, психолог, физиолог, логопед, дефектолог. Специалисты говорят, что самое трудное в работе – это расположить к себе ребенка. Помогают развивающие игры. Паровоз. Паровозик, ищи. Легкое для тебя. Не точно. Что сделал? Я нашел паровозик. Молодец. У нас есть групповое занятие, в котором мы работаем над социально-бытовыми навыками, такими как самообслуживание, общение, взаимодействие с другими, соблюдение очередности, умение попросить, умение обратиться к другому. В центре можно посетить нескольких специалистов за один день. Родителям нравится, что здесь каждому находят индивидуальный подход. Логопед, то есть там методика, которая необходима моему ребенку, это механическая постановка звуков. Психиатр, психолог, это игровая терапия. Центр реабилитации «Планета ангелов» признали лучшим в крае. Марина Зо победила в региональном этапе всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» в номинации «В сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья». Он проводится при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициирован президентом Владимиром Путиным. Только в рамках грантовой поддержки социальным предпринимателям за последние годы предоставлено 47 миллионов рублей на гранты, которые они могут получить от 100 до 500 тысяч и направить на развитие своего бизнеса. Все участники краевого конкурса также получили финансовую поддержку на развитие своего дела. За последние 3 года количество социальных предпринимателей в регионе увеличилось в 3 раза. Яна Ленкевич, Вячеслав Гирич, телеканал «Губерния».